Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и мы продолжаем на божестве знакомиться с аддоном Gathering Storm Sidmer Civilization 6 за Османскую империю. И сразу к вашим комментариям. Во-первых, многие обратили внимание на кое-какие глюки. Например, 65 536 крабов, 65 536 овец и 65 535 бананов. Я хочу, чтобы в 2019 году каждый день озаряли 65 535 улыбок, 65 536 вкусных завтраков и 65 535 новых друзей. В общем, явно проблемы с кодом у игры, потому что это двойка в какой-то там степени и неправильно высчитывается количество ресурсов здесь. Ну, я думаю, что в игре правильно, а вот чтобы показывалось неверно. Дальше прикольный глюк. Вот тут я когда строил шахту в одном месте, было отмечено, что тут будет 3 урана. Самое интересное, что это и сейчас видно. Вот смотрите, навожу, 3 урана за ход. Так что я точно знаю, что вот тут у меня уже точно будет уран. 3 урана в ход будет даваться. Самое прикольное, что это глюк из пятой цивы. В пятой циве такая же фигня была, когда заходишь к человеку в дипломатию и видишь, что можно торговать ураном там или углем. Хотя еще никто даже не вышел очень далеко до, до этих ресурсов. Вот эти глюки перешли теперь и в шестерку. Причем до дополнения этого глюка не было. Теперь мы видим, что вот на этой клетке у меня точно будет уже уран. Еще очень правильно обратили внимание на изменение у Пингалы. И что его теперь чуть ли не первым надо брать. Ну, я не согласен, что первым. Все-таки под Магнусом вырубать, как мне кажется, ресурсы будет выгоднее. Тем не менее, смотрите, что теперь у Пингалы стало. Плюс одна культура вход за каждого жителя города, и плюс одна наука вход за каждого жителя города. То есть, ну это, правда, вторая прокачка, не первая. Ну, в смысле, вам надо прокачку какую-то получить, чтобы это работало. Но в любом случае, в начале игры, например, там город в 6-7 жителей, который дает 6 науки или 6 культуры, это очень хорошее подспорье. В начале для быстрого развития. И вы очень быстро сможете куда-то выходить. То есть надо продумать тут стратегии. Но Пингала выглядит вот с этими новыми способностями. Раньше, я напомню, тут был процент к строительству зданий на культуру или науку. Теперь за каждого жителя по одной культуре или по одной науке это очень круто. Остальное я смотрю... Правда, вот производство космических проектов на 30% раньше было, по-моему, другой процент, побольше был. Ну и туризм, а раньше было на ядерные проекты. Ну, в общем, Пингала интересный стал чувачок. Ну, а теперь продолжим, собственно, партию. Так, здесь рудник. Здесь вырубаем. Строители завершены в Трабзоне. Ну, вот тут угольную станцию нету смысла строить. Я в Гелоне хотел ее купить. Покупаем. И, по идее... Должно электричество появиться. Смотрим. Но пока фабрика все еще плюс 2 дает. Но здесь, в 6 клетках, вот смотрите, раз, два. Нет, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. В 6 клетках от этой электростанции 2 ресурса угля имеются. Так, ну все. Цивилизация Скифия по лояльности отвалилась. Тамирис ушла. Только вот мне бы этот позарык, чтобы он ко мне не присоединялся. О, отлично, он к Сангаю. К Мали. Я все Мали постоянно с Сангаем. Да, и мне в конце прошлой серии, когда я уже прекратил говорить, объявили войну Франция и Польша. И, соответственно, им объявили войну. Вот здесь, конечно, сейчас будет Александр Македонский воевать с Францией. Это прикольно. Должно быть. Да? Да, с Едвигой и Францией. Отлично. Пускай воюют. Так, мавзолей в Геликарнасе Едвига построила. И Рурскую долину Едвига. О, это крутое чудо. Так, значит, здесь мы... Имеет ли смысл... А, в Трабзоне я уже смотрел, что дамба в дебильном месте появляется. Поэтому не будем ее строить. Давайте следующие гранты начнем проводить. Мне уже, по-моему, строить нечего просто. Университет. Так, здесь, пожалуй, амбар стоит, потому что жилья не хватает. Библиотека.
Великий базар завершили. Промышленную зону, я думаю, надо построить. Ну, я не всякую фигню мне придал. Вообще надо пройтись по ресурсам, поторговать, может, ресурсами, сейчас посмотреть, сколько у меня счастья в городах. Конечно, уже микроменеджмента много. Впервые используется ресурс для снабжения городов энергии. No innovation in the past 200 years has done more to save lives and improve health than the sanitation. Какое-то новое чудо. Плюс 100% мирового влияния за каждый ход, в начале которого является сюзереном города-государства. Ага, это плюс 100%, наверное, от городов-государств именно. Можно построить только около реки. Human nature has manifested in tribalism and nationalism. Так, это я могу корпуса строить. Но я тут ничего не буду менять пока. Все нормально. Может, строителей сменить? Или надо больше строителей все-таки? Все улучшения на ресурсах селитры и угля дают. О, вот это круто. Давайте, может, это поставим лучше. Причем, наверное, вместо воинской повинности. Я не думаю, что это сильно повлияет на содержание. Да, не сильно. Послы, послы. Сколько у меня послов? 2. Маскат у меня перекупила, так что Маскат. Маскат классный город, надо его держать. Маскат мне дает плюс одно удовольствие в городах с центром коммерции, согласитесь, это круто. Дальше, теперь давайте повысим Пингалу, вот это его способность, на науку, пожалуй. И надо тогда Пингалу посадить в самый большой город. Где он вообще сидит на данный момент? Он у меня в Конье сидит, 12 жителей. Ну, вообще, Конья один из самых больших у меня городов и есть. Так что пускай остается здесь. Нормально. Так, караваны из Урфы не бегают к Ацтеку. Давайте отправим. Ой, нет, вот. Да, не бегают. ...35 накоплено. Я бы тут еще купил тогда военную академию. Предел увеличился. Еще где-нибудь военный лагерь бы построил, там еще что-то покупал. Может, в Балхе военный лагерь. Вот здесь. А, я не могу здесь ставить. Ну, давайте здесь, а тут какой-нибудь еще район тогда будет в будущем. У нас тут не построен. Театральную площадь, например, можно будет здесь. Так, и в очередь поставим универ сюда. Там мастерскую. На уголь идем.
Да, все вырубать. Так, тут надо... Тут ремонтируется. Археолог нужен, блин. Столько всего надо. Так, из Эдерне у нас бегает. К ацтекам не бегает. Ой, мы, значит, Атлан так накачиваем сейчас производством. У него от моих караванов... Ага, вниз надо плыть. Тут мы уже все видим. Тут вот зулусы, то есть венгры где-то вот, вот тут должны быть, как мне кажется. Амбар в Гелоне завершен. Давайте рост. Ну еще строители. А тут стоит карточка на строителей, два действия больше. Ну у нас куча всего не обработано. Конечно, скоро Всемирный конгресс будет. Что со шпионами? Я могу еще больше шпионов построить. Надо. Давайте глянем вообще, какой у нас город самый большой производство. 24, 25, 27, 51 Анкара. Вот Анкара, конечно, хороша. Петра там очень хорошо зашла. 31. В Иссыке это еще даже без производственной площади. Ладно, значит, в Анкаре. В очередь поставим шпиона. О, вот и тоннели. Я хочу попробовать горный тоннель построить. К Финикии, например. Отлично. Два ресурса на два ресурса. Неплохая торговля. Ну, еще бы, чтобы в торговле видели... Ну вот, сейчас надо проверить, кстати, еще по поводу торговли. Давайте пока откланивать. Ля. Отклонять, откланивать. Откланиваюсь. Зря, наверное, французы войну объявили. Лиссабон со мной воюет. Нормально, внеочередная, в которую меня вообще ничего не спрашивали. Мы приветствуем независимость. Я не участвую в критической, поэтому и не голосую здесь, ага. И здесь, видимо, не участвую, да. А что хоть... Ну тут вот... Дидона ГГшку захватила, видимо, против нее что-то там выступали. Активные эффекты. Вот, против Дидоны. Chemistry is the dirty part of physics. Так, горный тоннель. Военным инженером строить горный тоннель. Вот хочу его построить. Кстати, лабы еще надо строить. Сейчас будет успешно добыта баллистика, зашибись. Давайте с Канадой на проход договоримся. Ну, предположим, 10 золота вход нормально. Значит, давайте по ресурсам. Вот смотрите. Ресурсы. Что я получаю, например? Хлопок — это мой ресурс. Вот алмазы. Я получаю от Саладина алмазы. Так, давайте найдем кого-нибудь, у кого еще есть алмазы. Это явно вот на этом континенте, например, Маури. Где он? Вот он. Нет у него алмазов. Кто еще? Шведы. Вот, есть алмазы, но они подсвечены темным. Значит, ну, с другой стороны, вот, кофе не подсвечен темным, хотя кофе у меня тоже есть. Или все-таки уже все эти
ресурсы здесь видны. Вот у меня есть один алмаз как раз от Саладина. Я его получаю. Можно просто сравнивать таким образом. Ладно, давайте пройдемся. Значит, что с Дидоной? Серебро. Ну, у меня типа тут серебро не показано. А в ресурсах? Тут тоже нигде нет. То есть, в принципе, серебром... Ну тогда почему оно не подсвечено? То есть, а почему это вот в темном таком виде представлено? Что это вообще значит тогда? Или это все-таки глюки какие-то? Ну, предположим. Дальше. Со Швецией что? Тут вообще нету двойных у нее ресурсов. Маури. Благовоние. Ну вот давайте благовоние на кофе. 15 золота вход. Ну потому что у нас плохие отношения. А если я тебе еще оливки дам? 9 золота. Ну давай вот так. Так, Мали. Нет, у него ничего нету. То, что мне надо. Инки. Красители. Янтарь у меня есть. 5 золота вход. Принимаю. Канада. Ничего нету двойного. Арабы. Алмазами я уже с ними торгую. Вот если бы... А, он еще нефрит был. Если бы они еще сообщали, что торговля закончена, ее надо продлить. Ладно, я думаю, этого хватит. Сейчас кучу счастья получил. Дидона целью. Баллистику сперли. Так, тут мы быстрее прокачиваем... Быстрее... Хищение шедевра, строение нейтрализовать, давайте хищение шедевра возьмем. Занзибар встретили. Антиохия, где он, Занзибар этот, Маскат? Ладно, потом разберемся. Археологов мне надо сделать. А тут около фермы, около бурсы фермы всякие построить. Еды мало. Бурса не растет практически. Где Венгрия, господи? Прячется от меня по кустам. Ну, давайте стандартизацию. И вот это откроем. Так, ракетостроение. Нам для ракетостроения национальный парк Чудо Света промышленной эры. И вот две верфи для парового двигателя. Я хочу купить военную академию. Я вспомнил, для чего мне деньги. Чтобы военного инженера построить и... делать железную железные дороги. Почему так мешает веселиться? Кстати, я ж посольство вообще ни у кого не... Надо посольство оформить. У всех. Особенно у союзников. Скоро, смотрите, военная агрессия и просьба о помощи закончена. Надо посмотреть. Ну, там как-то очень много надо помощи, чтобы какой-то бонус получить. Из Малийской империи шпион захвачен. Странно, вот потолок Сикстинской капеллы, по-моему, мне сам Ацтек и дал. Теперь просит его обратно за ресурсы. Говорит, вот теперь самому нужен. Такая... Такой потолок нужен самому. Не, героическая эпоха в промышленной эре.
Ну тут дофига, кстати, в героической. Эти зулусы, Македония, Канада, инки, маори и Финикия. Так, реформа денежного обращения, пульс паровой машины. Плюс 2 очка для морских юнитов. Либо к оружию. Эти к оружию лучше. Я, правда, воевать не собирался, но... Вулкан становится активным. Опять секс. Кстати, он недавно извергался. Посольство. Кстати, может тут что-то посольство еще дополнительно дает? Нет, просто столицу. Не, ну и понятно, что видимость еще увеличивается. С кем у меня-то более-менее отношения? С Канадой. С Мали. Все, да? Новые задания, повод колониальную войну с Зулусом. Военная академия там, по-моему, 700 с чем-то стоит купить. Да, 780. 468 золота вход, зашибись. Довольство плюс 5. Ну, лаборатории строим, потому что, опять же, у нас плюс 100% к строительству зданий в... Ага, здесь. Но я лучше фабрику в Иссыке сделаю, потому что здесь тоже будет уголь недалеко. То есть тут угольную можно будет поставить. Поэтому пока... Может, канализацию организовать, кстати... Хлопки, да, на фоне. Да, сделаю тут, наверное, ферму. То в Гелонии нету особо еды. И здесь, пожалуй, шахту. Кругосветочка. А сейчас, когда найду венгра, будет еще, что вы всех нашли. Может, за выполнение вот этих заданий тоже какие-то дипломатические очки даются? То есть, если ты выполнил это... Сейчас посмотрим. Если выполнил кризис, то... Да, тут мне вообще ничего не дадут. Scholars are the heirs of the prophets, for the prophets did not leave behind a legacy of wealth, but that of knowledge. У нас уже лаборатория, а тут только этот... Санкаре построили. Это, кстати, по-моему, в Мали находится реальное это чудо.
О, 15 жителей в Покровке. Many of us take better care of our automobiles than we do of our own bodies. Yet the auto has replaceable parts. It's the industrial revolution and the growth of urban concentrations that led to a sense. Перегород можно строить. Так, ну я пока тут ничего не буду менять. Здесь мы покупаем военную академию. И увеличилось, да? Да, 40. И, кстати, обратите внимание, что сразу до максимума накопленные ресурсы увеличились. То есть было 35, оно увеличилось до того уровня, которое, ну, не знаю, это эти глюк или это так и надо. Так, и сколько стоит военный инженер? 340. Следующим ходом военного инженера купим. И давайте открывать паровой двигатель. Хотим посмотреть, как строятся тоннели и железная дорога. Так, три капера надо создать. У нас только один пока есть. То есть нам нужна карточка все-таки на каперы. Давайте, это можно убрать, потому что я тут уже накопил этой селитры угля дофига. Поставим 100% морских юнитов. Вот. Так, раз капер. И дальше тут в очереди ставим лабу. И в Стамбуле капер. Потом лабу. Или промышленную зону. Знаете, промышленную зону. Следовательские гранты завершил. Вот Орсахгхас можно построить здесь наконец-то. Вот эту клетку никчемную используем. Канализацию давайте. И, кстати, можно где-нибудь еще канализацию построить, чтобы ускорить демократию. В Иссыке я бы купил фабрику. Вот я не вижу избытка или наоборот. Вот где энергия? Вот я вижу, что тут минус одна идет на производство энергии, но сколько у меня вообще энергии? Войну Золотого века Кристине, войну Золотого века Купе. Так, ферму. Венгрия, любовь моя, найдись и покажись. Куда он? Что это такое? Вот я сюда доживаю, ну господи, ну. Вот это поиск пути, вот это прям уровень. Да. Тут бы, конечно, чеченица зашла, но она уже построена. Жаль, мне надо было Экбатан, наверное, удалять, на самом деле. Вообще бессмысленный город какой-то. Не знаю, что тут можно построить. Ну давайте, так, кампус 31 ход пускай строится. Как бы это чудо промышленной эры построить? Блин, это ж... Это... Корабли Польши взяли, уничтожили мне мою галеру, которой я плыл к Венгру. Да, это мы выполнили задание. Science owes more to the steam engine
Броненосец канал. Этот район строится на равнине, соединяет два водоема или водоем с центром города. Канал может пересекать клетку по прямой или изгибаться под углом 60 градусов. Т-образные соединения каналов не допускаются. Военные инженеры могут использовать один заряд на постройку 20% канала. Панамский канал Чудо. Ну, каналы мне, по-моему, тут нигде... А тут кто что получил? Тут Тамара получила. И в итоге у нас что с дипломатической победой? У Тамары 1 очко, у Александра 1 очко. Мне Панамский канал, по-моему, тут вообще негде строить. По-хорошему. Вот Александру можно было бы, например... Панамский канал вот тут построить, у него хопа, вот так канал, а тут чисто район, например, вот здесь, у Пеллы. То есть, и он бы из Метони мог корабли строить. Так, ну что, берем военного инженера и попробуем тоннель организовать. Равнина. Чтобы там варвары не появлялись, чисто засвечивать. Ищение технологий. Лабу достроим. Ну, я, наверное, уже по науке вообще сильно лечу вперед, да, 327. Всех остальных просто в два раза меньше, я так понимаю, да. По культуре что? 174. Не, по культуре есть кто покруче. Что вообще в дереве технологий? Едвига. Где-то тут так. Чудо промышленной эры. Что у нас? Какое у нас чудо промышленной эры есть? Эрмитаж, я так понимаю. Биг Бен. Да. Вот зря я здесь порубал. Археологи. Что у нас с археологами? $800 стоит. Открыли баллистику. Новый юнит промышленной эры. То есть это когда кавалерия у легкой. У нас вот есть у тяжелой кавалерии кирасир. Ядерная программа. То есть у нас рыцари можно сейчас апнуть в кирасиров, я так понимаю. Но я не буду это делать. Достаточно того, что имеется. Похитили золото из Аквилеи и получаем супершпиона. О, попытка сфабриковать скандал. Сфабриковать скандал — это у нас как раз в ГГшке, да, работает? Я бы его в ГГшечку пересадил. Еще одного могу шпиона сделать, да? Давайте в покровке сделаем. А, я уже где-то строю. Где-то, похоже, строю шпиона. Тогда мастерскую.
Ну что, где мы можем сделать... Вот здесь мы можем сделать, интересно, этот... Тоннель. Сейчас поведу туда, я еще куплю. Военных инженеров много надо, они теперь много чего могут делать. Так, давайте военного инженера и еще один торговый путь надо будет. Сейчас я посмотрю, может тут еще какие-то... Можно запустить торговые пути. Ищение технологий. Берем. Канализация. Я ускорил эту демократию, нет? Еще нет. 4 канализации требуются. Понятно. Радио. 3 корпуса. Ну, я не хочу мобилизацию выходить. А, мне понадобится все равно. Хорошо, а радио я могу открыть? Национальный парк. Угольная шахта и броневичок. Две угольных электростанции, чтобы переработку. Так, броневичок я могу построить, угольную шахту я могу построить. Тут 37 производства и тут 37. Давайте броневичок в очередь добавим. Ну, нам один. Достаточно. Угольную эту я в Иссыке хочу купить. Сначала купить фабрику 780. Но надо все равно сначала караван. Это Канада поплывает, интересно. Салохи, что мы можем? Центр коммерции давайте сделаем. Лаборатория завершена в Гелоне. Можем еще один райончик. Сначала пригород просто. Вот просто пригород. А потом в очереди поставим... Еще... О, центр коммерции не построен. Как же так? Здесь завершили производственную. О, смотрите. После извержения вулкана какие места? Опять дефицит энергии. Надо еще одну угольную. 544 золота из коньи. Нормальненько у меня так прут. Территории не обработаны еще. Мне нужны еще рабочие, конечно. Never criticize a rifleman until you've walked him. Нет, вот так по одному ходу все открывается. Давайте электричество откроем. Нефтепродукты. Кстати, у меня уже угольная электростанция есть, давайте посмотрим выбросы CO2. Вот я уже стал добавлять. Но все равно больше всех.
Так, хорошо. И что это CO2, на что он влияет? Температура на 0,2 градуса повысилась. Видимо, полярные льды еще не потеряны. Ходов до следующего таяния полярных 39. Так, вот где шпиона построил. Ну, давайте куда-нибудь в Польшу посадим тогда. Смотрите, у них все районы построены нормально. Красиво, я бы сказал. Давайте на автомате пускай исследуют уже территорию каперы. Так, электричество ускорилось, потому что я построил три капера. Из Конии не бегает. Отправляем. Этого инженера... Этим инженерам давайте железные дороги строить. Просто... О, горный тоннель. Уже могу построить горный тоннель. А просто вопрос, будет ли... Могу ли я горный тоннель строить, если выход не на моей территории? Сдается железная... Ну, вообще, иконку могли бы железной дороги сделать. Потратился один уголь. О, и не тратятся заряды инженера. То есть он реально может эти... кучу железных дорог построить. Тут я оставляю на район еще один. Ощущение технологии. Нечего похищать. Так, а этого в ГГшку. Какую я хочу ГГшку себе? Что дает Женева? 15%, когда не в войне. Это вряд ли. Вавилон дает науку от каждого артефакта. Нанмадол. Давайте, может, нанмадол. Занзибар, Алиенора в Антиохии. Знаете, в Антиохию могу я отправить? Я бы в Антиохию отправил. Там скандал организовал. Тут фабрику купить. 780. А строится она 4 хода. Ладно, давайте построю фабрику, а потом угольную куплю. Вообще, я тут могу еще купить. А, это мастерская. Ну, нафиг мне тогда броневик строить. Ладно, 2 хода. Пускай построится. Открыли подводные лодки, нефтяную электростанцию. Нет, переход на нефтепродукты, проект. То есть, не для того, чтобы не строить мазутную электростанцию, я могу просто сделать этот проект, и вместо угольной станет мазутная. Но это для того, чтобы... Только в том случае, если нефть есть рядом. Дает плюс 6 единиц от возобновляемых водных ресурсов. Требуется дамба. О как. То есть, если в городе есть дамба, то я могу гидроэлектростанцию построить.
С Александром союз истек. Кстати, давайте мы еще союз с канадцем заключим. Почему нет? А, еще не время. Ну, вроде неплохо он ко мне относится. Так, инженер. Позволяет на один район больше построить. Ну что, демократию ускорили? Все еще нет. Для ускорения что требуется? Две полевых пушки. Надо сделать. А есть ли у меня... Ну, один арбалет у меня есть точно, а вот второй, по-моему, умер. Ну, где арбалет? Нет, два арбалета. Раз, да. Делаем пушки. Кстати, по-моему, раньше полевые эти пушки не были связаны. То есть это в тупик шло тут из урбанизации дальше. То есть мобилизация не так была здесь. Так, три корпуса надо сформировать. Раз будет корпус. О, уже нефть требуется. Блин, а я... Ну это вот по-дурацки. Видите, если нету нефти, я бы хотел тогда апнуть в янычар. А в янычар я не могу апнуть. Железная дорога создается. Сколько у меня тут корпус? У меня что-то все рыцари третьего уровня. Прям жалко корпуса делать. Ладно, вот один второго. И вот тут еще где-то был второго. Раз корпус. Два корпус. Ну и может из этих сделаем третий. А, я, кстати, не купил караван. В прошлый ход забыл. Давайте в бурсу перебросим. Дальше пойдем в компьютеры. И, кстати, я сейчас получу озарение компьютером благодаря вот этому инженеру. Он дает озарение. Что мне даже не нужна ячейка на 8. И мне бы где-нибудь канализацию еще построить. В бурсе. Где у нас нету
губернатора и нехватка жилья. Во. Давайте здесь в очередь... А, тут построена канализация. Ладно, а в Иссыке? О. Можно даже сначала канализацию. Так, чтобы демократию ускорить. До сих пор прикалывает, что демократия канализации ускоряется. Оксфордский университет построил. Тут уже вот этот Атлантический океан полностью исследован, осталось Тихий исследовать. Первый пригород. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed. Это можно убирать, я думаю. Ну, содержание юнитов вернем. Небоскребы, строительство чудес. Надо какие-нибудь чудеса еще построить. Так, кого мы дальше будем прокачивать? Что тут у Лян? Городской парк, аквакультура. Лян находится в городе, рыбные ресурсы дают плюс 3. А где у нас вообще Лян? В Анкаре. О, давайте покачаем Лян. Там неплохо. Это, видите, все вот эти вот штуки дополнительное производство, получается, дают. И плюс еще надо... Это ее способность. Давайте тут строителя сделаем. Первая в мире железная дорога между Урфой и Бурсой. Ей! Я так понимаю, кроме быстрого перемещения, на самом деле... Блин, вернул обратно его. А, ну да, я все правильно вернул. Я вот это хотел объединить. Так, мобилизацию ускорили. Тут, значит, все эти ускорены. У диалоги ускорения нет, демократия. Пойдем сначала в демократию. Так, броненосец открыт. Это мы сталеварение ускорили. Плотина защищает прибрежные долины в этом городе от наводнений. Это, видимо, когда уровень моря будет подниматься. Ну давайте сталеварение откроем. Потом уже дальше пойдем. Скандал. 90% аж. Так, здесь пока найдем источники. Проплываем мимо Польши, чтобы она нас не трогала. Ну, давайте промышленную зону. Вот тут на 20 клетках. О, наконец-то 4 канализации, и сразу захотелось демократии ребятам. Все, Позарык к Мали присоединился.
Еще один. У меня уже два шпиона Малийской империи поймано. Он всех ко мне, что ли, посылает? Где они у него тут? Да. Два шпиона. 23 золота вход? Нет, давай ты лучше без шпионов посидишь тогда. Блин, я все забываю про торговые пути каждый ход. Так. Давайте смотреть. Из Стамбула не бегает у меня караван Кацтеку. Значит, надо купить. Есть. Из Анкары и Трабзона. Из Трабзона бегает, из Анкары не бегает. Надо купить. Дальше. Из Бурсы бегает. Из Коньи бегает. Из Урфы бегает. Из Эдерне бегает. Из Покровки. Из Покровки не бегает. Все. Это сделано. В Покровке лаба завершена. Фабрика тут работает. Биржа, Театральная площадь. Что с чудесами? Биг Бен, Эрмитаж, Христос Искупитель. Пригород можно построить. Ну... знаю, такие себе пригороды. Имеет ли смысл? Хорошо, а с чудесами что? Ну, давайте тут Биг Бен на холме. Видишь, там на холме стоит Биг Бен. Под ним десяток солдат. Постройка его. Два посла. Один в Лиссабон. Или лучше в Женеву отправлять и в Вавилон. Продолжаем вести железную дорогу к столице. Может, за это тоже что-нибудь дадут? Если столицу соединить железной дорогой. Ну, вообще, тут надо фабрику в Пасаргадах. Потому что у меня ближайшая фабрика где? Только в Иссыке типа будет, да? Давайте попробуем. Да, может тоже для района какое-то место оставлю тут. The best steel. Doesn't always shine the brightest. Странно, у меня все мои шпионы как-то успешно действуют. Слежка во время контрразведки защищает все городские районы. Интересно. Ну, не хочется мне тут пригород ставить. Прямо скажем. О! Есть тоннель. Давайте тоннель строить. Е-е-е. Да, но видите, гора должна быть на вашей территории. То есть гора должна быть на вашей территории. Первый в мире горный тоннель. Вау. Ага, а вот на тоннеле заряд тратится. Прикольно.
но караван почему-то через тоннель не бегает, или ему все-таки просто быстрее так бежать. Нам придется канализацию тут сделать. Интересно, сколько вообще сейчас Ацтек Теночтитлане с меня производство имеет. Сейчас я просто гляну. Сюда фабрика не действует. Нужна фабрика. Так, и угольную эту. Что фабрика не достроилась? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. 40 производства Теночтитлан имеет с моих караванов. У меня в некоторых городах 40 производства только. С электричеством, конечно, непонятно, неудобно. В том плане, что не видно, нигде не показывает, это сколько есть электричества, сколько не хватает. Вот это по-дурацки немного. Блин, из Стамбула 540 монет тырят. 540 монет. Ой, я не успел Орсакхас построить, к сожалению. Новое голосование осуществляет культурный захват. А здесь что, стоимость производства? О, тут вот соревнование, вот Нобелевская премия, меня просили. Итак, Швеция высоко ценит писательское мастерство. Давайте выясним, чьи писатели лучше. У кого больше очков великих людей, стоимость рок-групп на 20% ниже, плюс 50 к продажам альбома для рок-групп. Ну давайте проголосуем за Нобелевскую премию. Стоимость покупки юнитов за веру увеличена. И культурный захват для меня. Вот так. Что-то у меня дофига влияния. Так, давайте сделаем. Я, правда, уже один раз для себя культурный, вот это вот культурный захват проводил, но я не увидел, чтобы районы что-то захватывали. Может, это как-то не так работает, может, там в комментариях мне уже рассказали. Так, значит, культурный захват принято, стоимость производства за веру на 100% увеличена, принято, Нобелевская премия принята. Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned sky. Спуск увеличения счета, получение очков великих людей. Ну, мне надо проекты в театральных площадях, видимо, проводить. Не хочу тут убирать ферму, хоть тут и плюс 3. Театральная площадь плюс 5. Ну там просто два чуда рядом.
Нет. Соединение железной дорогой со столицей ничего не дает. Буря далеко от меня. Конкурсное соревнование началось. Увеличено количество. Вот Росгаз, к сожалению. Мосгаз не смогли построить. И Двига построила. В Трабзоне нехватка жилья. В Балхе нехватка жилья. Ну, здесь можно пригород где-нибудь организовать. Везде плюс 4. Ну, давайте на этом болоте. В Акбатане. Двадцать два хода. В городе они там увеличится жилье от... Слушайте, там ацтек, я так понимаю, уже повел апостолов на другой континент. Он не может быть, чтобы на 18 этих можно было победить религии. Но на нашем континенте, смотри, он уже все подавил. Еще там Едвига, Саладин... Кристина у всех, да еще и на нашем континенте, вон Чака. Без религии. Ну, со своей религией наоборот. Что вообще-то по городам, если смотреть. 40... A world without radio is a deaf world. 47 городов. 11, 30, да нет. Вряд ли. Классовая борьба ускорена. Так, здесь покупаем. Кстати, вот нефти нету вообще у меня, я так понимаю. Или я ее просто не открыл. Угольную электростанцию покупаем. Да, я ее не открыл еще. Сначала компьютер, и потом переработку. И надо купить археолога. Университеты дают плюс 4 науки. Зашибись. Ученый. Очень классный. Покупаем и здесь сделаем фестивальные театральные площади. Пока первый ацтек на Нобелевскую премию. Но мне в Анкаре негде уже ставить. Я не уверен, что у меня культурный захват сработает. Там, видимо, какие-то все-таки условия для культурного захвата имеются. Можно аквапарк попробовать сделать вот тут, например. Почему нет? Так, откуда у меня еще не бегают караваны? Из Урфы бегают, из Эдирны бегают.
из Пасаргад тоже бегают. Давайте из Салохи отправим. Салохи не бегает, да? Сколько у меня науки сейчас будет, если все универы плюс 4 дают? У меня их прилично уже построено. Тырим. Тут археологический строй. Что я смотрю, у меня дофига вот этих. Видите, сколько я воевал со скифами. Видимо, оно все осталось. Переход на нефтепродукты. Проект. Что с пригородом? Блин. Наверное, тут построю. Так, ну и, пожалуй, на этом закончу серию. Она длинная получилась, подольше я. Так, буря тут утихает. Открыли алюминия дофига. Нет, я тебе не отдам твоих шпионов. Как-нибудь обойдемся. Все. Пишите комментарии, приходите на следующую серию. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! To err is human, but to really foul things up, you need a computer. In order to rally people, governments need enemies.